Привет. Привет. Мы сегодня не будем бухать. Поэтому мы такие вялые и скучные. В общем, добро пожаловать на канал Нечаев. Вы снова пришли за порцией дебилизма, долбанутости и финито ненавистничества. Объявляю конкурс, кто напишет самый креативный, обидный комментарий про меня. Того я буду ненавидеть как можно сильнее. Давай, я начну этот флешмоб. Финито. У тебя настолько скучные сторисы. Интереснее слушать мычание коров на полянке. Ребята, там новый стрим вышел. Вот сейчас Инга закончила стрим, теперь моя очередь. В общем, сегодня мы снова выполняем задание, которое вы присылаете в комментариях, и задание, которое выпало в моей лотерее сегодняшней с Финита, это играть друг против друга в FIFA. Вау, какая неожиданность. Oh, man. Задача каждого игрока — забивать голы, но не простые голы, а автоголы. Можно назвать это поддавки. Я должен мешать тебе забивать свои ворота. По-моему, это будет супер, но я считаю, что нужно немножко разогреться. Да. Коль мы играем и забиваем самим себе, сами себя радуем, то должны еще перед игрой сами себя порадовать. Мы должны сейчас самих себя хвалить. Я себя хвалю, и ты себя хвалишь. Я сегодня выиграю, потому что у меня невероятно красиво. Красивые подногтевые суставы. Под ногтями вот кожа просто идеальная. Когда в детстве занимался, и прям слезли ногти с больших пальцев. Вот там такая, я прям вот щечками гладил. Я офигенный, ты понял? Я забью себе больше голов, чем ты забьешь себе голов. А знаешь почему? Потому что ты часто сам себе забиваешь голы? Нет, это слишком очевидно. Так, почему? Все потому, что я... Уже играешь? Пока я на тебя смотрю. Четко знаю направление, в котором надо бежать, чтобы забивать голы в свои ворота. И как обхитрить своего же вратаря. Я знаю четко направление для тебя. Иди нахуй. Это было грубо. Вроде бы договорились без оскорблений. Я проиграл, я не сдержался. Congratulations! You win! Я еще вот тебе что хочу предложить. При разводе из центра поля обязательно вывести мяч на половину поля соперника. Потому что иначе мы просто будем бежать после развода и забивать. Это гениально. Господи, какие у него щечки. Ты не видел кожу еще под ногтями? Давай это оставим на потом. Кем играть? За Китай? Я возьму себе. Давай Исландию. Вот они типа на хайпе, вот им надо хайпануть еще автоголами. Типа, и сами себе. О, какой! Нифига не башка! Это Кайло Рен. Так, ну все, я готов. Я тоже. Забивать. Сам себе. Сам себе. Не забываем. В этой жизни самое главное, не забывать забивать самому себе и не забывать, что лучший сайт. Для ставок это 1xbet. А принимаются ли там ставки на то, сколько голов мы забьем сегодня в этом матче? Я думаю, что нужно перейти по ссылке, потому что там не только можно проверить, там много спортивных дисциплин, высокие коэффициенты, быстрый вывод средств. И вообще там очень вкусно пахнет. Да. Да, мы проверим по ссылке в описании. 1xbet, надежный букмекер. Все, можно выключать видос. Да. Так, то есть я сейчас перехожу в центр поля. Да, центр поля переходи. И сейчас все, я могу возвращаться. Можешь бежать к своим. Но при этом я не могу навешивать на вратаря. Да. Черт. Черт. Опа. Стеночка. Черт. Хопа. Черт. Блин, да куда он берет, дает наперед. Хопа. Исландия пошла вперед. Зачем ты радуешься, дебил? Ты разводишь, кстати. Получил преимущество. Хопа. Длинная передача. Выходим. Так. Опа. Так. Покрутим немножко. Есть! Есть! Вынос! Черт! Так. Ломаем! Рубим, колотим. Нельзя, нельзя. Срыв атаки в свой собственный ворота. Красава! Черт! Смотри, как вышел! Это настоящий Бейл! И убрал вратаря. Какой тупой! Юхан Чао! И даже вратарем нельзя выходить, потому что там свой вратарь. Юхан Чао! Да! Взял вратаря своего же Декарда. Увлекательная игра, ничего не скажешь. Ударят? Нет, не ударят. Я хотел ударить. Разрядил обстановку. Блин, ну куда ты его уступил? Тянись к нему. Фига, у тебя розыгрыши пошли. Комбинация. Комбинация. Жми, 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 жми. Комбинация. Держим, 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 держим. Комбинация. Есть! Есть! Вышли! 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 Руби его! Вратарь, выйди! Придурок! Вратарь на моей стороне! Ну сейчас все будет, сейчас все будет. Сука, не добежал. Мешай мне! Я не хотел сейчас за вратарем забивать, но так получилось.
Ну, в любом случае, довел, я бы забил. Я бы ему прям между ног даже прокинул. Вот это камбэк. Да. С 0-1 ты, а, вышел. Ух, 30-я минута, 2-1. Тяжело, тяжело так играть. О, смотри, Ставр. Видал? Ставр, я на бровке. Я Стюарт. Самый быстрый китаец в мире. Опа! Блин, вратарь. Фу, я там еще тоже перекрывал. С дороги. Хова! Вратарь, мешай! Хова! Он меня пробил! Отлично! Я отлично сосу, даже один раз ударил створ. Ну так нельзя. Let's go. Let's go. И самое сложное. Вратарь, помоги! Самое сложное! У меня лучший какой-то вратарь. Какой же шикарный вратарь. Фу. Нет! Фу. Я в этом уверен! Так. Пенель! Просто мёд! Исландские кружева! И опять! Снова та же история. Как это делается? Вратарь, мешай! Отличный подкат, просто божественный. Я буду тебя калечить теперь. Теперь будут жесткие китайцы. А слушай, мне кажется, в нашей антифутболе красная карточка наоборот почёт. Ловись, безумец! Ворота в другой стороне! О! Фига! Как спас-то! Протаранил там, блин! Ты меня не ударил. Я ожидал больше голов. Я думал, вообще будет 5-6 какой-нибудь там. Ну мне потому что нужна поддержка, блин. Я не получается мне отыграть этого идиота. Ну вот он шанс! Да! 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 Мы вернулись в игру! Красава, красава, сопроводил. Так, 2-2. Конец матча. И ты разводишь. Давай, Исландия. Ты была никем, но стала всем. Гудмундсон, ты можешь стать героем! Гудмундсон! Бойся меня! Черт! Нет! Вратарь, хорош! Давай! Нет! Нет! Сейчас сразу пенальти или дополнительно сыграем? Давай пенальти. Давай сразу пенальти. Антипенальти, надо попасть на вратаря. Да, то есть... Если промах, не считается. Вратарь должен пропустить, забивающий должен попасть во вратаря. Да. О, ну надо самых отсосов, наверное, ставить. О, у меня 8, смотри, показатель. 8? Нет, вливание у него 8, пенальти у него 41, пенальти он еще более-менее может ударить. История еще не видела такой хреновой серии пенальти. А, как убрать? А, забил, yes. 0-0. Блин, под вышкой. Фу. Серьезно. Я был слишком хорош. Yes, 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 я не забил. Считаем или нет? Но надо попасть именно в вратаря, так что, наверное, нет. Бей. Блин! Как так? Отбил? А почти. Нет. Забил. А, в итоге да, это я забил. Я забил, это тебе лучше. То есть счет пока 1-0. Давай посчитаем. Так, я один раз отбил. Я один раз попал в вратаря, ты не отбивал. Ну да, да, да. И значит, я веду. Значит, я веду. Ты ведешь. Просто один раз попал в вратаря. Все. Очень сложно быть говном. Красавец! Yes! 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 Исландия! Пришел китайцы, радуются, но выиграла Исландия! Я сохраняю титул худшего фифера России! Хотел сказать планеты! Нет, хотел быть худшим! Да! В наказание я скажу, что ты лучший, ты отличный фифер. На тебя обязательно нужно подписываться, ссылка внизу в описании на Финита. Все переходим, пишем, какой он классный, ставим ему лайки, добавляем просмотров, нажимаем на колокольчики, чтобы не пропускать его новые видео, чтобы он чувствовал себя... Фу, мне сложно это говорить, но лучшим фифером. Фу! Ну а если вам нравятся тупости, долбанутости, которые сейчас происходили, по-моему, это было весело. Я не ожидал, что это будет реально... Так сложно. Да, это реально сложно. Я думал, сложно. Просто будем заводить, но тут видишь, вратари мешают. Вратари лучшие, да. Просто. Вратари главные противники долбанутости. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайки, пишите новые долбанутые идеи. Если вам понравился Финитиэлло в роли долбанутого человека, пишите вместе с идеей в скобках с Финита. Не забывайте про конкурс самых обидных комментариев в мою сторону. Кстати, а то я его сейчас, получается, обидел, и все, больше никто не будет вместе со мной. Фу, мы это сделали. Yeah, boy.